получилось. Я, может быть, прям подпишу, какие фильмы мы смотрели с Вероникой, нам понравилось. Он как детский, как семейный идет фильм. Вот. И... Всем привет, это мой обед. Вот эти листья салата, именно айсберга. Я, короче, поняла секрет, что когда делаешь с айсбергом, не там китайская, не там какая-то еще капуста, да, а именно вот айсберг, который идет в Цезарь. Вот что Цезарь с ним намного вкуснее, реально по-другому ощущение. Что вот даже с огурцом, просто с помидоркой, намного вкуснее именно айсберг, чем любая другая вот капуста, салат или еще что-то, добавление зеленушки. В общем, я уже неделю ее ем. Купила маленький качан вот этого айсберга. Что-то вообще распродажа, короче, была там. Ну, в общем, он недорого вышел, маленький качан, но мы уже с Вероникой неделю его едим. С салатами. Вообще, вот он прям вкусный нам зашел. 8 часов вечера. Нас опять с Вероникой понесло. Короче, сегодня единственный такой более-менее выходной. Ой, в смысле, теплый денек. Вот, правда, ветер сильный. Вот я что-то за ветер переживаю. Не пофиг. А это не пофиг вообще. Вот, но по теплу дальше все будет холоднее и холоднее с каждым днем. Короче, не будет толком нормальной погоды. Доча, машины ты видишь? Да, вижу. Ну. Короче, погоды практически не будет дальше. И мы сидели дома, короче. Он говорит, пошли на катере кататься. Я хочу на катере. Когда мы будем кататься? Я говорю, ну погоды нет, сегодня ветер там, завтра холодно. Ну, короче, она меня уболтала, что пока... Ветер пофиг, типа, пока тепло, надо сегодня это сделать. Ну, 8 часов вечера собрались, поехали. Не знаю, катается сейчас на катере или нет. Вообще, мне слышно или нет из-за ветра. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что будет. Этот экстремал мой маленький. Все равно хочет на чем-нибудь, хотя бы там какой-то кораблик стоит. Я не знаю, тут такие волны, прям вот вообще какой-то шторм. Корабль какой-то, вон корабль тоже какой-то. Ты куда пошла? Она все равно захотела прокатиться, конечно же, на корабле. Тут можно проходить, наверное, вот... А, это носовой. А тут что у нас? Спасательные жилеты. Ну, это, в общем, не нам. А, то есть можно сначала проходить в туалет. Да. Да. Можно проходить вот туда наверх, можно туда, вниз. Куда пойдем? Туда пойдем проверять на лавочке или наверх потом? Пошли туда проверять, потом наверх. Аккуратно. Вау, прикольно. Титаник. Как в Титанике можно здесь фотиться? Ой, снимать. Короче, Вероника меня катать. Хотя тут ветер, конечно, вообще. Я
Я думала, никто не будет кататься, но видите, проходим. О, сейчас поедем. Дело. Держись. Да.
Все, подъезжаем. Да я уже снимала. Уже волны не такие, мы уже все заворачиваем. Приехали. Сейчас успеем все выйти. Пойдем, пойдем, мы все выходим. Готовимся. Давай. Аккуратненько. Оп. Все, ура! Ты рада? Куда пойдем? Куда пойдем? Что будем делать? А еще одну можно прокатить? Нет. Хватит. Ну что, как тебе прогулочка? Класс. Ну что, все, приехали домой. 10 часов вечера, мы только домой идем. Уже похолодало. Ну и что, как тебе? Ну сейчас-то, конечно, ты замерзла уже. Холодно стало. Что, как тебе? Прокатиться? Это просто... Вы представляете, как я радуюсь. Я просто... Правда, на скоростном катере не получилось у нас прокатиться, да? Ага. Ну, в следующем месяце, лето-то еще, в принципе. Не месяц, а завтра. Ага, завтра, деловая. Случилось, не завтра. Сейчас холода будут. Попозже. Ну, в следующем месяце это будет время, все равно же прокатимся. Чё-то. Ладно. Ну что, всем добрый вечер. Я как бы... придумала свой сама бизнес, то есть свою работу вообще. Вот. И я, знаете, какую работу? Какую я придумала? То, что, смотрите, я буду набирать людей, ну, взрослых одиночек, которые, ну, они уже должны были женатыми быть, а женаты нет. И буду находить как раз ребенка. Такого, ну, который где-нибудь на помойке там. Я им найду этого ребенка, совмещу их вот этих людей. Ну, они мне напишут сейчас, да? И все. У меня будет получаться в этом семье. И они мне... Вау, вау, о, господи, спасибо. Огромное спасибо. Я давно себе пару хотела найти. Вот. И они мне заплатят деньги. И я думаю, что у меня получится. Смотрите на эту модницу. Ну-ка, покажись еще раз. Ну ладно, пошли дальше гулять. Подождите, я не насмотрелась. Не насмотрелась еще? Уже все поперемерила тут. Пошли дальше смотреть да, что-нибудь. Стоять. Господи, забери свои. Нет. Пошли. Человек вообще... О, пришла. Не вытащишь тебя из рядов. Вот, вот эти мне нравятся, но вот эти тоже мне больше вот эти нравятся. Господи, застряла тут между рядов. Купальники, кстати, относительно недорогие. За 590 рублей всего лишь комплект. Вообще нормальный. Вот топики, кстати, тут продают. Ну, ты такие майки, я не знаю, ты не носишь, да? Буду носить. Вот такого, да. 240 рублей. Это как малышки? О, прям топки.
Ну, это же как нижнее белье идет вообще, вроде. Вообще, можно на улице, в принципе, носить. На улице. Ой, пошли дальше что-нибудь смотреть. Дошли, называется, мимо. Ну что, пошла в разнос. Не может успокоиться. Красотка. Класс. Это шопоголик маленький. Чего? Не может отстать от очков. Слабый, что ли, у тебя? Все очки перемерила уже. Вау, ты что за девчонка? Мама, не тебе тут не налезла. Ну, пойдем, может, дальше? Капец. Просто миллион лет уже стою. Аккуратно только. Кстати, все оранжевый белый. Да? Пойдем, Ань. Короче, я пошла. А, сорока ворона, все блестящее, все красивое. Да? Что? Смотрите, 590 рублей всего лишь такая сумка со стороны. Прикольно. Вот так. Давай уже. Вау, ну вообще крутая. Гитара. Нас точно с магазина выгонят скоро. Раз мы сами не уходим. Вот это. Вот это вот маленькое. Синенькое. Это ее вот так одеваем. Всем привет! А уже вечер. Мы сейчас с Вероникой приехали. Короче, мы сегодня нагулялись. Сначала мы ездили по всяким вопросам. Вот. А потом решили проехаться и погулять на лагерном саду у нас, посмотреть на реку. В общем, вот такое у нас планировалось. Но наши планы все перебил дождь. Короче говоря, пока мы собирались поехать туда, начался дождь, но пока мы ехали, он прошел. Мы решили по пути зайти в торговый центр. Ну, тоже с одной целью. Вот. И пока мы ходили в торговом центре, конечно, мы как вороны, нам все интересно. Пока мы там поприкалывались, короче говоря, все попримеряли. Вот. Выходим, опять дождь. И, в общем-то, у нас все планы нарушились, потому что у нас не получилось пойти именно посмотреть на реку, на лагерном, погулять, в общем, вот, пошел дождь, мы резко побежали опять на остановку, прибежали, попали немножко в дождь, ждали маршрутку, хорошо, мы сразу до дома, у нас маршрутка там шла, солнышко какое вышло, красивое. Хоть наслаждаться. Вот. Снимать-то. Вот, и получается, что мы резко сели на маршрутку, потому что уже пошел дождь, и нужно было как-то укрыться. В
В общем, пока мы ехали в маршрутке, дождь опять закончился, все, прекрасная погода. Вот сейчас солнышко вышло у нас такое вечернее, но уже 9 часов вечера, мы только приехали. Вчера в 10 приехали, сегодня в 9. Короче, каждый день у нас допоздна что-то прогулки какие-то затянулись, вот так вот отпуск наш проходит. Каждый день какие-то прогулки, вот. Так что мы приехали, вот я... Мы сейчас приехали, я себе кофе налила, сижу, наслаждаюсь закатом. Пью кофе, Вероника ест свою булочку, у нее-то нет диеты вечерней, так что ей можно и булку съесть с шоколадом и с какао. Кто ест булку на ночь? Я засекла тебя. А что ты какао не разводишь? На фильм оставила. А, на фильм оставила? Я-то думаю, что она с водой пьет. Понятненько. У тебя тоже есть своя булка. Угу. Вот, а я пью просто кофе и уже, представляете, уже спать пора. Представляете, мы тут с Вероникой, в общем, образовывались, так скажем, да, я вместе с ней, потому что она задала вопрос про бабочек, вот то, что она боялась бабочек тут, когда мы ходили в лесу. И мы решили посмотреть, вообще опасны ли бабочки, чем они питаются. Ну, чтобы она понимала, что бабочки, они не опасны для человека. И мы начали смотреть, короче, разные видео, читать там, ну, такие для детей, да, рисунки. Как вообще появляется бабочка. И слушайте, так интересно, оказывается, да, я так задумалась, это же надо так придумать. В общем, так придумано природой, что гусеница ест. Накапливается, да, то есть совсем другое животное, насекомое, так скажем, да, и потом она, у нее выделяется в какой-то момент просто вот секреция, она как бы начинает не есть, ей ничего не хочется, то есть она практически заживо умирает и как бы готовит себе вот этот домик, умирая как бы, и там прям показано, как слазить с нее полностью, с головы, с хвоста вся вот эта кожа верхняя, и сразу в кокон превращается, как-то она внутри там это все вертится, и как она потом распадается на части, и из этих частей снова слепливается уже новое вообще насекомое, представляете, у которого есть уже крылья, ножки, и все по-другому, представляете, это как так придумано, свойство такое, просто тело распалось, и снова соединилась. Представляете, какая регенерация? Не знаю, может быть, фильм еще сегодня посмотрим? Как ты думаешь? Я же не знаю. Мы тут в последнее время фильмы такие смотрим интересные. И я даже не ожидала, что русский фильм будет реально снять так интересно, детский. Прям вообще понравилось. Я, может быть, прям подпишу, какие фильмы мы смотрели с Вероникой. Нам понравилось. Он как и детский, как семейный идет фильм. Очень интересно снято и неожиданно для меня, что это русский фильм и снят реально, ну, интересно. Мы прям посмотрели, потому что обычно как-то не очень я люблю в русском исполнении фильмы. Особенно сериалы, так вообще у меня прям аллергия вот на них. Да, тут прям прикольные фильмы мы находим ВКонтакте, прям полный фильм, без реклам, без ничего, мы смотрим, вообще класс. Так что, может быть, сегодня найдем еще какой-нибудь фильм и тоже посмотрим. Вот такие вот у нас деньки происходят. Ну ладно. На этом все, до новых встреч, новых видео. Пока-пока!